связи с тем, что представители 6 футбольных клубов, ну, можно говорить о 5, потому что Арсенал уже не принимает участие, но является участником Премьер-лиги, не приехали на общее собрание. Поэтому у нас не было кворума, было всего лишь 10 представителей футбольных клубов, что недостаточно, согласно уставу, для принятия каких-либо решений. Чи намагались представники Прем'єр-ліги по ходу зв'язувати з представниками тих 6 клубів зараз вже, коли їх вони не прибули вчасно? Чи були якісь пояснення від когось? Ніяких пояснень від клубів, причини, чому вони не з'явились і чому вони не приїжджають, у нас немає. Таке питання сьогодні не розглядалось, не мало навіть розглядатися. Питання президента, виборів президента. Чи можете ви по регламенту сказати, як з цим питанням, як воно надалі буде вирішуватись? Бо нам говорили, що тепер вся процедура має так спочатку стартувати. Да, то есть, что касается сегодня вопроса о выборах президента, не состоялся, потому что это общее собрание было не отчетно-выборное, а это было просто техническое общее собрание, на котором должны были рассматриваться ряд технических вопросов, связанных и с участием дальнейшим как участника футбольного клуба «Арсенал». Также было предложение Гаверла о внесении определенных изменений в регламент, возможных изменений. Также планировалось поднять еще ряд вопросов рабочих, но в силу того, что, как я уже говорил, у нас было всего 10 представителей клубов, что недостаточно для легитимности любого решения. Что теперь делать? Выходит такая ситуация, что Премьер-лига надалі не сможет жодні рішення приймати, якщо не з'являтимуться ці шестеро? Ну, ситуация пока такая, да. То есть не Премьер-лига, да, вот. На когда могут назначиться следующее собрание, если могут? Ну, вы знаете, я думаю, что в силу последних событий, которые происходят у нас на общих собраниях, и не присутствие без какой-либо причины представителей клубов определенных. Я думаю, этот вопрос в дальнейшем будет обсуждаться уже на, не знаю, может быть, на исполкоме федерации или еще где-то. Честно говоря, не знаю, как дальше будет. Но будем изучать эту ситуацию и искать пути, юридические и правовые пути выхода из сложившейся ситуации. Может ли появиться еще кандидат на пост президента Премьер-лиги за это время? О, это не являлся вопрос, вообще не является вопрос сегодняшнего общего собрания. И я, честно говоря, не знаю, если что касается выборов, не могу вам даже сказать. Что делать с Кубком Украины, жеребьевкой 1/4 финала? Не понимаю, еще раз. Жеребьевку 1/4 финала, вот не проводили ее? Нет, мы не проводили сегодня и не планировали проводить сегодня жеребьевку 1/4 финала. А не провели ее раньше? И не проводили ее раньше, потому что есть определенные обстоятельства, связанные с подачей апелляции футбольного клуба «Днепр». Ждем «Днепр», да? Ну, мы ждем решения по ситуации, которая сложилась в матче «Чорноморець-Днепр». В юридичній просто площині хотілося б з'ясувати, чи є можливо, що Федерація футболу України може змінити регламент Прем'єр-ліги, аби надалі рішення приймались не ось так от, не зібранням кворуму. Ну, здесь більше вопрос не, наверное, к регламенту, а к уставу. І, ви знаєте, я зараз не повноважен вам коментувати дальніші якісь шаги, які будуть предприняті. Я думаю, що пресса будет сразу же осведомлена, как только будет какой-то принят выход из подобной ситуации, сложившейся. По таблице есть какие-то решения? Да, есть решение КДК, и на нашем сайте была уже обозначена ситуация и турнирная таблица без учета матча «Арсенала», поэтому я думаю, что никаких вопросов с этим у вас не должно в дальнейшем возникнуть, и у нас, и в преддверии сегодняшнего заседания пробовали связаться с представителями клуба, вот те, которые не прибыли, и что они, как они аргументировали? Вы знаете, мы связывались, поступали разная аргументация присутствия и отсутствия своего, но, к сожалению, я же говорю, мы столкнулись с тем, что сегодня они также не приехали, как и 4 числа, поэтому я думаю, что резонно задать им вопрос. Найбільш несподівано знову на пана Ставрі відсутні Ставрі, чи знову не відповідає телефон, чи якась інша ситуація? Ви знаєте, дзвонив я Олександру Бойсону, він не піднімав трубку, що до нас не вийшло з ним сьогодні зв'язатися. Ну, я, опять же, причину я не знаю, мабуть, вам буде спросити у Олександра. В це час представники клубу все-таки вместе общались, що обсуждали, 20-30 років? Да, общались, обсуждали ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день с заседаниями общего собрания и, как говорится,
как дальше жить, по каким правилам и что делать. Какие были предложения? Я думаю, вы о них узнаете в ближайшее время.